Дональд Трамп все-таки собрался в Великобританию. Американский президент наконец определился с датой своего визита. Это произойдет в начале октября. Как отреагировали в Лондоне и чего ждать Трампу? С подробностями из британской столицы Светлана Чернецкая. В Лондоне уже началась бурная подготовка к визиту американского президента. Правда, совершенно не такая, как хотелось бы Трампу. Тут в первую очередь готовят самую большую акцию протеста в британской истории. Митинговать начнут уже со следующего месяца. На первый в этом году пикет против Трампа уже записались более 20 тысяч человек. Среди них много политиков и звезд. А по данным соцопроса, около 2 миллионов британцев готовы выходить на митинги, если президент США приедет с государственным визитом. Но глава Белого дома и слышать не хочет, что может кому-то не нравиться. Он уверен, что британцы его обожают. Я уверен, что я очень популярен в Великобритании. Давайте не будем спешить с выводами. Но почему я в это верю? Действительно верю. Я получаю столько писем из Великобритании от своих фанатов. Они обожают мое чувство безопасности. Те вещи, которые я говорю, очень много вещей. В этом году Трамп собирается приехать дважды с государственным и рабочим визитами. Государственный предусматривает официальный прием и банкет у Ее Величества. А вот что касается свадьбы принца Гарри в мае, то президент сообщил, что приглашение пока не получал. Уже как минимум трижды визит американского лидера срывался, и все из-за опасений массовых протестов. Британцы очень остро реагируют на сексизм и расизм Дональда Трампа, в частности, на антимусульманские высказывания и запреты. Но откладывать дальше уже некуда. Приглашение посетить Лондон президент Соединенных Штатов получил еще год назад, и британскому правительству уже пришлось его пролонгировать еще на год. В свете Брексита здесь очень заинтересованы поддерживать хорошие отношения с Америкой. После выхода из ЕС Лондону придется по-новому договариваться со Штатами по поводу очень многих вопросов, в том числе и торговли. Так что ссориться с обидчивым президентом в правительстве не намерены. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».